Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам вот такой фонарик на солнечных батарейках. Ну, конечно, он не в солнечных батарейках, он просто заряжает аккумулятор от солнечной батареи. Но штука довольно удобная, если где-нибудь на даче повесить. Света от него, конечно, мало, но позволяет ночью подсветить, например, дорожку или фасад дома слегка. Но чаще всего этот фонарик заказывают как хост для метеостанции. В общем-то, ради этого я его сегодня даже разберу. Так, вот сам фонарик. Клею пленочку. Ставлю батарею. И включу его. Так. Ну, даже не знаю, как лучше показать. Сейчас попробую выключить свет. Оставить тут подсветку на камере. И выключу, наверное, и подсветку камеры тоже. Так. Вот так. Ну вот примерно, как он освещается, расстояние в 1 метр. Если поднять его повыше, то получается вот так. Ну, не сказать, что прям уж ярко совсем, но точно не споткнется. Так, давайте включу обратно свет. Так. Ну и, соответственно, при включении и выключении, вот можете посмотреть, так он включен. Светит, когда недостаточно света на батарею попадает. Если чем-то светить, даже не знаю, чем тут получится, не получится. А ну вот видно, он сразу выключается. Он включился, вот выключился. Ну давайте его разберем теперь. Так, немножко поторопился. Хотел сказать, что, конечно же, аккумуляторный отсек закрывается. И на крышу вообще они позиционируют как фонарь, который крепится на водосток на крышу. Ну, вот тут видно конструкцию, способ укрепления. Крепится довольно надежно. А здесь, соответственно, край водостока. Ну, с тем же успехом можно его куда-нибудь на забор, например, повесить. Или вообще вариантов для крепления массы, потому что штука достаточно гибкая. И можно что-нибудь там с ней сделать. Согнуть, как вам надо. Так, а теперь все-таки разберу его. Здесь всего 3 винтика. 2 я уже выкрутил. Ну, и все-таки точно это не винтики, а шурупчики или саморезы. Так. Ну и вот мы видим его устройство. То есть внутри достаточно много места. То есть вся вот эта часть нам доступна. Сюда вполне можно вставить микроконтроллер ESP8266. И найдется место для датчиков температуры и влажности. Возможно, даже разместить еще один, наверное, аккумуляторный отсек сюда, приклеить. Будет вполне неплохо жить. Постараюсь ближе к лету уже как-нибудь, как будет время, собрать и продемонстрировать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего дня.